Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Я очень рад вас всех приветствовать здесь. Честно говоря, соскучился по живым глазам, по живым людям, потому что со студентами мы перестали общаться вживую. Мы сидим теперь перед экранами, и я даже поймал себя на мысли сегодня, когда собирался к вам сюда на встречу. Удивительно, я впервые за полгода задумался о том, что мне нужно надеть не только что-то наверх, но и вниз. Потому что настолько привычно, да, что ты сидишь перед экраном и надеваешь, и выбираешь только то, что нужно надеть наверх, и оказывается, сегодня надо было что-то и вниз тоже надеть. Поэтому я рад, что меня пригласили, я рад вас всех здесь приветствовать. Я уверен, что встречи, которые здесь организуются, как раз будут, ну, таким символом того, что несмотря на все тяжелые ситуации, которые сейчас происходят не только в нашей стране, а во всем мире, переживем. Нужно просто потерпеть, нужно немножечко еще переждать, и дальше будет только лучше, и дальше будет только проще. И я еще раз представлюсь, меня зовут Егор Сартаков, я преподаватель факультета журналистики Московского университета, и сегодня я прочитаю вам лекцию о творчестве Николая Васильевича Гоголя, которая называется «Цвет настроения Гоголь». Мы поговорим с вами сегодня, друзья, пожалуй, о самом противоречивом и о самом тяжело интерпретируемом русском писателе. Но дело в том, друзья, что вы возразите мне, имя Гоголя нам хорошо известно еще со школы. То есть мы Гоголя проходим, причем его проходят не в одном, а в нескольких классах средней школы. Годы жизни Гоголя хорошо всем известны, изображение Гоголя довольно яркое, и тоже все сразу его узнают. Гоголь 1809-1852 год. Но вот парадокс. И, собственно, пожалуй, с этого парадокса я и начну нашу сегодняшнюю встречу. Мы Гоголя в школе проходим, дальше мы его закрываем и никогда к нему не возвращаемся. Мы перечитываем с вами Толстого, мы открываем Достоевского, мы во взрослом возрасте перечитываем или вспоминаем Чехова и практически никогда Гоголя. Почему так? Почему не вошел Гоголь в нашей стране, ну, в список таких популярных писателей у взрослого читателя? Кстати, в Европе вошел. Если мы будем говорить с вами, друзья, о пятерке самых популярных русских писателей в Европе, в пятерку войдет Гоголь. Почему так? На мой взгляд, это произошло потому, что во многом интерпретации Гоголя навредила школа. Навредило то, как преподают Гоголя в школе, каким показывают его в школе, о чем рассказывают нам в школе, а в школе рассказывают о чем. А в школе, друзья, Гоголя интерпретируют точно по Белинскому. Ведущий литературный критик первой половины XIX века Виссарион Белинский что говорил о Гоголе? Гоголь — это ужасы крепостного права и язвы самодержавия. Вот он там разоблачал вот эти ужасы крепостного права и бичевал русское самодержавие в комедии «Ревизор» или поэме «Мертвые души». Вот моя задача — показать вам сегодня на нашей встрече, что на самом деле Гоголь очень актуален. Что он не или не столько про крепостное право и ужасы самодержавия, сколько про нашу с вами жизнь. Вообще иногда мне кажется, друзья, что мы с вами живем во вселенной Николая Гоголя. Ну, даже говоря о нашей современной пандемии. Вспомните, как замечательно говорит у Гоголя в комедии «Ревизор» главврач. Он говорит: «А, мы лекарства дорогих не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет». Мне кажется, наше здравоохранение до сих пор по этому принципу работает. Помрет, так помрет, выздоровеет, но на тебе там бинт или зеленка, или чего там у них еще есть. То есть на самом деле, повторяю, моя задача показать вам сегодня, что Гоголь очень актуален. Если мы посмотрим на него иначе, что значит иначе, не по Белинскому, то попробуем и, может быть, даже начнем его читать. Итак, ну, первая часть нашей встречи, друзья, будет связана с биографией Гоголя, потому что она обросла целой серией мифов. Я уверен, что и вы слышали об этих мифах, а так как Гоголь находится в области моих научных интересов, моя диссертация была посвящена Гоголю, мне хочется целую серию этих мифов развеять. Вы, наверное, знаете, что Николай Васильевич Гоголь по национальности был не русским, он был украинцем. Гоголь родился в Малороссии, как тогда называли Украину, 1 апреля 1809 года. Вообще не случайно, друзья, что
гений комического родился в день смеха, 1 апреля. Я глубоко убежден, что дата рождения Гоголя здесь не случайна. И вообще Гоголь происходил из семейства такого очень интеллигентного. Его отец был сочинителем пьес на украинском языке. К сожалению, ни одна из них до нас не дошла. Да и история знакомства родителей Гоголя – это история знаменательная. Когда Гоголь вырос, он любил ее пересказывать. Как познакомились его родители, друзья? Когда его отцу, Василию Афанасьевичу, было 14 лет, он поехал вместе с родителями в соседнее с его имением, там, где жили друзья. Их фамилия была Косеровские, имение называлось Кибинцы. Там ехать где-то примерно часа 4, может быть, часов 5 они добирались. И по дороге 14-летний Вася уснул, и к нему во сне пришла Богородица. Богородица держала на руке ребенка, девочку, и во сне она Василию сказала: посмотри на эту девочку, она будет твоей женой. Ну, он проснулся, мало ли что там не приснится, поехали дальше, доехали до этих Косеровских. И вот представьте, каково же было его удивление, когда оказалось, что 2 недели назад у Косеровских родилась девочка, и в этой девочке он узнал того ребенка, которого во сне ему показала Богородица. Ну, тут, конечно, отдельный вопрос, как он узнал. По-моему, все маленькие дети похожи. Я от своих маленьких детей не отличаю, понимаете? А здесь как можно было узнать чужого ребенка? Но сам Василий Афанасьевич говорил, что он узнал по тому, ну, что сегодня мы называем аксессуары. Чепчик, распашонка, пустышка. Вот по таким аксессуарам он узнал вот того ребенка из своего сна и сказал ее родителям: она будет моей женой. Ну, родители решили, что это блажь 14-летнего мальчика, и не обратили на это внимания, зато не посчитал это блажью Василий Афанасьевич. Василий Афанасьевич рос вместе с Марией Ивановной. Он заплетал ей косички, он играл с ней в куклы, он учил ее читать. И когда ей исполнилось 14 лет, а это было еще до постановления Священного Синода от 1832 года, по которому дворянских девушек не выдавали замуж до 16 лет, это было еще до этого, они поженились. Марии Ивановне 14, соответственно, Василию Афанасьевичу 28. 28. Почему для Гоголя, я имею в виду уже нашего писателя, эта история была очень важная? Потому что он любил подчеркивать, что его родителей соединила сама Богородица. Сама Богородица указала его отцу на его мать. Она способствовала созданию этого брака. И религиозно Гоголь был чрезвычайно подготовлен. Об этом мы еще будем с вами сегодня говорить. Это явно повлияло на его творчество. Вот такой брак, отмеченный на небесах. И вообще, кстати, цифра 14 – это особая цифра, друзья, в семействе Гоголей. И Гоголь тоже это любил подчеркивать. Здесь есть какая-то магия цифр, посмотрите. 14 лет было Василию Афанасьевичу, когда Богородица пришла к нему во сне. 14 лет было Марии Ивановне, когда они повенчались. 14 лет они прожили вместе. Когда Василию Афанасьевичу исполнилось 42 года, он умер от неясной болезни в кишках, как это тогда называлось. Любопытно, что Николай Васильевич тоже умрет 42 лет от неясной болезни в кишках. Когда Гоголю исполнилось 42 года, он сказал: в этот год я умру. Но это он точно себя запрограммировал, я уверен. То есть он точно себя запрограммировал, ему стукнуло 42 года, и он сказал: все, это мой последний год, вот как отец умер, так и я в этом возрасте умру. То есть какая-то магия цифр здесь точно есть. И вы знаете, обычно говорят, что Мария Ивановна, матушка Гоголя, она была религиозная очень. Это не очень точно. На самом деле она была не просто религиозная, она была фанатично верующая. То есть это была просто истово, фанатично верующая. И с детства она рассказывала Николаю и его сестрам, у Гоголя были младшие сестры, истории из Священного Писания. 2 истории особенно запомнились Гоголю и, на мой взгляд, отчетливо повлияли на его творчество. Что это за истории? Первая история – это история о так называемой «лествице», по-старославянски, или, переводя на современный русский, друзья, «лестнице». Эта история рассказана популярным православным святым Иоанном Лествичником. История о том, что когда христианин умирает, к его душе ангелы несут лестницу, и праведник поднимается по этой лестнице вверх. Чем меньше ты грешил,
тем выше тебе дадут подняться. Посмотрите, мы видим с вами на иконе этот сюжет. Черти сбрасывают грешников в ад. В верхнем правом углу Иисус Христос, он встречает в конце этой лестницы праведников, а те, кто грешил много, вот их черти сбрасывают в ад. Вот это история лестницы, история восхождения по невидимым ступеням для Гоголя была чрезвычайно важна. Именно с этой лестницей связаны последние слова Гоголя, те слова, которые он произнес. Когда Гоголь умирал в Москве в 1852 году, у его кровати дежурил его друг, профессор Московского университета Михаил Петрович Погодин, и Погодин записал последние слова Гоголя. Погодин пишет, глаза Гоголя приоткрылись, сам он приподнялся на кровати и воскликнул: «Лестницу! Поскорее давайте лестницу!» Он увидел тех ангелов, которые спускаются к нему и представляют эту лестницу. Вот так сильно повлияли на него истории, рассказанные в детстве матерью. Представляете, насколько западают вот эти истории, рассказанные еще в самом детстве. И вторая история, которая тоже, очевидно, друзья, повлияла на Гоголя, и он сам об этом свидетельствовал, это история страшного суда. Мать запугивала его в детстве страшным судом. Мать говорила о том, что на страшном суде зачтется всем, что страшный суд неминуем, что там ты уже не скроешься. И вот эта идея страшного суда, идея некоего судилища, она тоже для Гоголя была очень-очень важна. Чем заканчивается «Ревизор»? «Ревизор» заканчивается немой сценой. Приехавший по именному повелению из Петербурга ревизор требует вас сей же час к себе, хлоп! И дальше они замирают. Что это, как не страшный суд? Все, они замерли в этом ощущении страшного суда. То есть, еще раз повторяю, друзья, моя мысль, которую я хочу до вас донести, что религиозно Гоголь был очень восприимчивый. Пожалуй, самый восприимчивый из русских писателей – это Гоголь, религиозно. И подготовленный, очень хорошо знавший с самого детства эти тексты, потому что это та культурная среда, в которой он рос. Но вообще семья была очень счастливая, отец обожал, как он его называл, Никошу, мать его любила. И вообще, друзья, вы знаете, для Гоголя в высшей степени характерна опекаемость. Его всегда кто-то опекал. На самом деле это тоже исключение из русских писателей, потому что, как я всегда говорю студентам, все наши гениальные писатели родились в несчастливых семьях. Хотите родить гения, устройте ему в детстве ад. Ну правда, у всех несчастливые семьи. Но вспомните у Лермонтова. «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Вот это совершенно неприменимо к Гоголю. Гоголя всю жизнь кто-то опекал. Сначала это были родители. Потом, когда он окончил Нежинскую гимназию высших наук, а Гоголь получил прекрасное по тем временам образование, по крайней мере, лучшее на Украине того времени, и Гоголь переезжает в конце 28-го года в Петербург, и он сразу же попадает под опеку Жуковского и Пушкина. Пушкин и Жуковский начинают его опекать. В 36-м году он уезжает в Италию, 12 лет живет в Италии, и там его опекает круг художников, потому что вообще Рим, друзья, это была такая колония русских художников, они там все жили, и вот они все Гоголя тоже очень любили. Они настолько его любили, что они сделали его собственным библиотекарем. У них там была небольшая библиотека, и вот ею заведовал Гоголь, выдавал книги, то есть выполнял функции библиотекаря. Кстати, вот здесь, друзья, вы видите, это единственная фотография Гоголя. То есть это не портрет, это фотография, это дагерротип, который дошел до нас. Гоголь в Риме в кругу русских художников. Гоголя нашли? По центру, да? А теперь скажите мне после этой фотографии, а еще раз повторяю, это именно фотография, а не портрет, как часто у нас говорят, что Гоголь безвкусно одевался. Это вот такая любимая идея, которую часто повторяют, что Гоголь, провинциальный мальчик, приехавший в столицу, любил яркие краски, любил там яркого цвета всякие шарфы, жабо, такой, знаете, Роман Виктюк 19 века. Да ничего подобного, посмотрите, модник какой был. Самый настоящий модник, судя по этой фотографии. И вот художники опекали Гоголя. Потом в 48-м году в связи с революционными событиями в Италии он возвращается в Москву и последние 4 года живет в Москве на Никитском бульваре. Его опять опекают. Такая, знаете, православная московская интеллигенция. Это братья Аксаковы, Константин и Иван. Это два, как их тогда называли, два Петровича, два профессора Московского университета, Михаил Петрович Погодин и Степан Петрович Шевырев. Это граф Толстой, в доме которого Гоголь жил. Ну, то есть, действительно,
действительно постоянно все его опекали, за ним всегда ухаживали, его всегда кормили. О бытовой стороне жизни Гоголь никогда не думал. И вот еще один парадокс, с которым мы сталкиваемся, потому что, когда читаешь произведения Гоголя, когда смотришь какие-то события из его биографии, возникает ощущение, что ему как будто холодно, ему как будто неуютно. Он постоянно чувствует себя как-то неуютно. Вот здесь точно сбылось, друзья, по пословице «у семи нянек дитя без глазу». Вот это вот точно про Гоголя. Кстати, именно таким его почувствовал Николай Андреев в этом замечательном памятнике 1909 года, установленном к столетию со дня рождения Гоголя на Пречистенском бульваре в Москве. Да, такой кутающийся Гоголь. В записях Андреева содержится очень интересная мысль, как ему пришла в голову вот эта идея. Как она к нему пришла, друзья? Гоголь, когда 4 года жил в Москве, он был прихожанином университетской церкви. Это наша церковь, она сохранилась в Москве. И там церковь двухэтажная. То есть Гоголь заходил в церковь и поднимался в верхний храм, на второй этаж. И его постоянно окружали студенты, потому что студенты Гоголя обожали. Студенты, просто кумир был для студентов университета Гоголь, и они мешали ему молиться. И поэтому, когда он заходил в этот храм, он поднимал полы шинели, чтобы его не было видно, и быстро проскакивал на второй этаж, на литургию. И вот это было известно Андрееву, и это натолкнуло его вот на такой красивый образ мудрого, задумчивого, грустного, может быть, даже мрачного Гоголя. Почему так? Вот почему такой мрачный, когда вроде такая счастливая жизнь, вроде за тобой все ухаживают, вроде все тебя любят, а Гоголя правда все любили, и он стал известен первой же книгой, то есть уже первая его книга выстрелила, там правда была еще до нее книга под псевдонимом, но это он скрывал, поэтому для современников он был популярен первой же своей книгой, и почему вот такая меланхолия, почему грустный меланхолик Николай Гоголь? Вы знаете, мне кажется, что это связано с тем, как вообще Гоголь смотрел на творчество и как он понимал свою творческую задачу. Вот когда у Гоголя спрашивали, о чем ваше творчество, вопреки Белинскому, он ничего не говорил ни про ужасы самодержавия, ни про язвы крепостного права. Нигде вы не найдете у него идеи о том, что я хочу разоблачить крепостное право, как нам продолжают говорить в школе, или я хочу ужасы самодержавия показать. Нет. Когда у Гоголя спрашивали, о чем ваше творчество, он всегда говорил, мое творчество об одном, внимание, как черта выставить дураком. Я хочу черта выставить дураком. Черт, друзья, обратим внимание, что такое черт? Черт – это не булгаковский Воланд, такой всезнающий сатана. Это не лермонтовский демон, который летает над миром, он сеял зло без наслаждения. Нет, черт – это что-то мелкое. Черт – это что-то совсем маленькое, это что-то заурядное, это то, что окружает нас в жизни. По сути говоря, друзья, Гоголь первым из русских писателей понял, что черт – это не вселенская трагедия. Черт – это обычная заурядность. Это наша жизнь или, любимое гоголевское словечко, наша пошлость. Пушкин говорил, никто из русских писателей не может так, как Гоголь, показать пошлость пошлого человека. Наша обычная пошлость. Черт – то, что сопровождает нас в жизни. И черт, конечно, отомстил Гоголю за такое изображение себя. Нечего заигрывать с нечистой силой. И, конечно, черт ему отомстил. Мытарства Гоголя начались еще при жизни. Я имею в виду эти многочисленные сожжения. Разумеется, о них вы слышали. В 1845 году он первый раз сжигает второй том «Мертвых душ». В 1848 году он второй раз сжигает второй том «Мертвых душ». И, наконец, последнее трагическое сожжение происходит в ночь с 23 на 24 февраля 1852 года. Гоголь сжигает книгу, которую ждет вся читающая Россия. Вся читающая Россия в предвкушении. 10 лет назад был опубликован первый том. Уже пошли слухи, что Гоголь дописал. Он уже читал некоторые главы в компании друзей. Это у него была такая традиция, проверять на близких друзьях текст. Он уже их читал.
То есть все, все уже ждут, уже даже журналы стали писать, что вот-вот появится новое сочинение господина Гоголя. И вдруг в ночь с 23 на 24 февраля он будет своего крепостного слугу, мальчика Семена, и велит тому развести огонь в печи. Мальчик ничего не заподозрил, он подумал, что барину холодно. Гоголю действительно было холодно в Москве, он вырос на Украине, там снега-то никогда не было. И он кутается, ему постоянно холодно, и мальчик разжигает в печке огонь, причем огонь не загорается, мальчику приходится подняться на второй этаж, заслонку отодвинуть у этой печки, у трубы, чтобы огонь пошел. И когда огонь загорелся, Гоголь берет тетрадки с главами второго тома и запихивает их в огонь. Они не горят, но не потому, что, как сказал Булгаков, рукописи не горят, а потому что пачка очень большая, и Гоголь вытаскивает их из огня, развязывает тесемку и начинает по одному листу, отрывая, засовывать в огонь. Он сжигает книгу, над которой работал 10 лет. Он 10 лет ее писал. Вы просто попробуйте, сядьте и от руки перепишите какую-нибудь книгу. Вам даже ее будет жалко выкинуть. Я до сих пор храню свои университетские конспекты. Не потому, что они мне нужны, мне просто жалко, я столько сил на них потратил, а теперь мне нужно будет их выкинуть. А он сжигает эту книгу. Когда на следующий день граф Толстой, в доме которого жил Гоголь, спросил, зачем? Николай Васильевич, зачем вы это сделали? Гоголь ответил ему, ты смотри, как лукавый силен. Я хотел сжечь всего две главы, а сжег всю книгу. И после этого добавляет, надобно уж умирать, а я готов и умру. И Гоголь просто отказывается от пищи. Он перестает есть. Граф Толстой напуган, он не знает, что делать. Он собирает консилиум врачей, Гоголя осматривают лучшие врачи того времени, и они приходят к выводу, что Гоголь сошел с ума. Никаких доказательств этому, друзья, у нас нет. То есть у нас нет ни одного доказательства того, что Гоголь действительно сошел с ума. Для чего им нужно было сумасшествие Гоголя? Потому что если он сошел с ума, то его можно лечить без его воли. То есть его можно лечить без разрешения. Они связывают ему за спиной руки, они лепят ему под нос пиявок, а Гоголь с самого детства боялся всех склизких насекомых, склизких вот этих животных. Ну, такая фобия у него была. Всякие улитки, он устриц никогда не ел в ресторанах, хотя много по Европе путешествовал, и устрицы тогда в моде были. И они ставят ему этих пиявок, он пытается их содрать, ему держат руки, его обкладывают горячим хлебом, так тогда лечили, ему насильно вливают в рот куриный бульон, и главное, ему льют на голову ледяную воду. Так в 19 веке лечили сумасшествие. Почему-то считалось, что если лить сумасшедшему на голову холодную воду, он вылечится. Гоголь плачет, он зовет маму. Мама на Украине еще жива. Он маму зовет, но его никто не слушает. Они перебивают его, они кричат, где болит, где болит? Расскажите, где болит? Ну и, конечно, этими своими неумелыми действиями они только приблизили его смерть. Представьте, 10 дней назад он был абсолютно здоров. Вот все это началось с сожжения. 10 дней назад абсолютно здоров. Через 10 дней он умер. От сожжения прошло всего 10 дней. Знаете при этом, что интересно? Интересно, что за 12 лет до смерти Гоголь все это уже описал. У него есть такая книжка, она называется «Записки сумасшедшего». Там по сюжету главный герой Поприщин сходит с ума. И вот то, что Поприщин говорит в «Записках сумасшедшего», слово в слово повторит сам автор через 12 лет. Слово в слово. «Нет, я больше не имею сил терпеть, Боже! Что они делают со мною? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Спасите меня, возьмите меня. Дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик. Взвейтесь, кони, и несите меня с этого света, матушка. Спаси твоего бедного сына.
Урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми ко груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. Слово в слово он повторит это же. Гоголь умирает, и если вы думаете, что с его смертью мытарства закончились, ничего подобного. Главные мытарства начались после его смерти. Гоголя отпевают в той же университетской церкви, я вам сказал, в нашей, и студенты Московского университета никому не доверяют этого скорбного права нести гроб с телом Гоголя до того места, где он хотел быть похороненным. 8 верст, то есть современных 6,5 километров, они несут его до кладбища Данилова монастыря. Вот так, друзья, выглядела могила Гоголя при захоронении. На его могиле была установлена плита черного мрамора, где по предложению профессора университета Шевырева была выбита надпись «Горьким словом моим посмеюся». А в основании могилы два друга Гоголя, Константина и Иван Аксаковы, из Крыма привезли камень, по форме напоминавший Голгофу, гору, на которой распяли Иисуса Христа. Голгофу установили в основании и к ней прикрепили православный крест. Вот в таком виде могила Гоголя просуществовала 80 лет. В 1931 году советская власть принимает решение Данилов монастырь закрыть. Данилов был последний действующий монастырь на территории Москвы. Монастырь закрывают, монахов разгоняют, в стенах монастыря делают колонию для несовершеннолетних преступников. И посчитали, что плохо оставлять несовершеннолетним преступникам могилы известных людей. Их нужно эксгумировать и перезахоронить на официально признанном советской властью Новодевичьем кладбище. В том числе в 1931 году эксгумируется могила Гоголя. Ну и дальше начинаются все эти бесконечные слухи и сплетни, которые живут до сих пор, которые любят развивать журналисты. Я уверен, что вы их тоже слушали. Откуда, друзья, идут эти слухи о том, что якобы его похоронили живым? Это любимая байка и любимый вопрос моих студентов, оправдали, что Гоголя похоронили живым. Дело в том, что эксгумация была официальная. То есть это протокол, это комиссия. В комиссию входило 20 членов. Возглавляла эту комиссию директор исторического музея Мария Юрьевна Барановская. То есть все официально, фотографии, 6 эксгумированных могил, 6 протоколов. Протоколы, друзья, сохранились. Я держал их в руках, они находятся в РГАЛИ, в Российском государственном архиве литературы и искусства. Ну и, конечно, они вызывают вопросы. А вернее, из 6 вопрос вызывает только один протокол. Протокол эксгумации могилы Гоголя. Ну, там подписи 20 членов стоят, 15 фамилий мне удалось расшифровать, 5 я так и не понял. То есть там просто какой-то закорючка, росчерк стоит. Но 15 фамилий я расшифровал. Что вызывает вопросы, друзья, в этих протоколах? Ну, во-первых, довольно странно, что протокол об эксгумации тела Гоголя датирован 31 июня 1931 года. Круто, но в июне 30 дней. 31 июня не бывает. Когда они его эксгумировали? Это как в том старом фильме Леонида Квинихидзе, 31 июня. Я предполагаю, что было 31 мая, то есть они месяц перепутали, когда протокол писали. Мой коллега Паломарчук, который до меня этой темой занимался, он предполагает, что было 1 июля, то есть они день перепутали. Но, значит, точный день мы не понимаем. Дальше. Ко всем протоколам приложены фотографии. То есть достали останки, достали гроб, вот все, что осталось, сразу сфотографировали все официально. Единственный протокол без фотографии – это протокол Гоголя. Как говорит у нас один телеведущий, совпадение? Не думаю. Ну, правда, странно. Ну и дальше начинают разворачиваться эти слухи. Мы разберем с вами сегодня, друзья, 4 версии. 4 версии людей, которые были на этой эксгумации, которые что-то нам оставили в своих воспоминаниях. Пожалуй, первая – это как раз самая яркая версия. Ее обычно все знают, потому что ее множат журналисты. Это версия Владимира Германовича Лидина. Владимир Лидин – это второстепенный советский писатель, который был членом этой комиссии. Я проверил, в протоколе стоит его подпись, то есть он действительно там был. Лидин всю жизнь читал лекции студентам в Литинституте в Москве, и своим студентам он рассказывал следующее.
вот что до сих пор повторяют, это как раз лидинская версия, от него идет, что когда открыли крышку, оказалось, что череп Гоголя повернут в бок, руки Гоголя лежат вдоль тела, они собраны крест-накрест, как принято у православных, а на крышке с внутренней стороны видны явные следы ногтей. Слушайте, но если этот повернутый череп, я еще могу объяснить? Он объясняется вполне себе, ну, обычно, медицински. Дело в том, что череп прикрепляется с вот этим шейным позвонком, и если гроб гниет со временем в том месте, где лежит череп, и земля проваливается, позвонок мог сломаться, и череп мог повернуться. То чем объяснить вот эти вот следы с внутренней стороны на крышке? Ну, только одним. Что его похоронили живым. И поэтому журналисты эту версию постоянно повторяют. Ну, все слышали, наверное, да? Что Гоголя похоронили живым. Журналисты эту версию постоянно повторяют, ее постоянно множат. И даже, когда я готовился к сегодняшней лекции, я обнаружил в интернете, друзья, вот такая картинка, вот к этой версии приложена. Авторитетно заявляю, там нет фотографии. То есть я держал протокол, там нет никакой фотографии. Я не знаю, кто это, но точно не Гоголь. Одна слушательница у меня предположила, что это женщина. Я не знаю, честно говоря, как это понять. Женщина — это мужчина. Короче, точно не Гоголь. Да? Что меня смущает вот в этой лидинской версии, хотя она самая популярная? Смущает меня то, друзья, что это устные рассказы. То есть он рассказывал это студентам в Литинституте. Но я, честно говоря, знаю примерно, как рождаются эти устные рассказы. Я тоже студентам много чего рассказываю. Поэтому значительно большую ценность представляют его письменные воспоминания. В конце жизни Лидин эту историю записал. Она сейчас находится у его внука. Внук его филолог. Он мне ее показывал. По-моему, он сейчас ее даже опубликовал. То есть можете попробовать ее поискать в интернете. Вот эту письменную версию Лидина. Там все по-другому. В письменной, еще раз повторяю, более взвешенной версии он пишет следующее. Копали очень долго. Гроб располагался на глубине значительно больше обычной. В земле был обнаружен каменный склеп. Это очень странно. Я проверил. При захоронении Гоголя никакого склепа не было. И главное, он пишет, Гоголь был похоронен без головы. Они не нашли черепа. Поэтому и не сделали фотографию. Значит, либо Гоголя похоронили без головы, либо голова была изъята между 1852, когда его похоронили, и 1931, когда его эксгумировали. Ну, пожалуй, легче всего было разобраться с этим каменным склепом. Эту загадку я разрешил. Откуда взялся каменный склеп, которого на самом деле на могиле не было, когда Гоголя хоронили. Я откопал небольшую заметку в журнале «Исторический вестник» за 1909 год. Это год столетия со дня рождения Гоголя. Праздновали очень широко тогда в России. И в этой заметке сказано, что могила Гоголя поплыла, что за ней уже никто не ухаживает, и московские власти приняли решение могилу укрепить, построив там каменный склеп, сказано в заметке. То есть вот эта версия Лидина подтверждается. Каменный склеп действительно был. Заметка за 909 год это подтверждает. Что меня еще, друзья, привлекло в этой заметке? Меня привлекла фамилия человека, который дал денег на этот склеп. Потому что московские власти-то, конечно, решили укрепить склеп, но искали спонсора, кто даст денег. И в заметке сказано, честь и хвала этому спонсору, денег на склеп Гоголю дал Алексей Александрович Бахрушин. Алексей Бахрушин, друзья, это очень известный, такой экстравагантный миллионер московский начала 20 века. Бахрушин собрал театрально-литературную коллекцию, которая насчитывает на сегодняшний день 2 миллиона экземпляров. То есть это огромная коллекция. Его интересовало все, что как-то связано с артистами или писателями. Шнурки Достоевского, пуговицы Толстого, перья Чехова. Вот все, что можно было достать, Бахрушин, как трудолюбивый паук, стаскивал в свою коллекцию. Я вполне допускаю, друзья, что он дал денег на этот склеп не бескорыстно. Что он захотел череп Гоголя в свою коллекцию. Это очень в духе Бахрушина. Он потом всю эту коллекцию собрал и подарил городу. Сейчас это очень известный в Москве Бахрушинский музей. Прям на улице Бахрушина театральный музей, Бахрушинский называется. И в этом музее работает моя бывшая дипломница. Я ей сказал, Ира, проверь
по каталогам музея, числятся ли у них неопознанные черепа. Чего вы смеетесь? Они выставляют только 5%, им не хватает площадей музея, но это проблема любого музея, но когда у тебя 2 миллиона единиц хранения, это будет вообще существенная проблема. Я говорю, проверь по каталогам, есть ли неопознанные черепа. Ну, тут уж не сам проверял, за что купил, зато продаю. Она мне сказала, Егор Владимирович, я все проверила, черепов не числится. Зато она обнаружила очень интересную переписку, вот когда вела этот поиск, очень интересную переписку между Бахрушиным и тогдашним директором литературного музея Бонч-Бруевичем. Переписка датирована 1931 годом, годом эксгумации тела Гоголя. А причем здесь, друзья, директор Литмузея. Дело в том, что все могилы писателей были в ведомстве Литмузея. То есть Литмузей должен был следить за всеми могилами писателей. И вот переписка, представьте, после эксгумации Гоголя Бахрушин пишет Бонч-Бруевичу следующее. Вы плохо следите за могилами. Вы следите за могилами писателей внимательнее, пишет Бахрушин. Ко мне дважды приходили какие-то люди с недвусмысленным предложением продать череп Гоголя. Прямо в письме он ему пишет. То есть какая-то история, связанная с Бахрушиным, с черепом, с эксгумацией, она точно по Москве циркулировала. И знаете, до кого эта история добралась? Мне кажется, это очевидно. До Булгакова. И он обыграл ее в «Мастере и Маргарите» в образе головы Берлиоза. На похоронах литератора Берлиоза у него воруют голову. Бегемот ворует эту голову на похоронах, потому что она нужна будет в той тайной мессе весеннего бала, который устроит в нехорошей квартире Воланд. Вот это точно прям история гоголевская с этой пропавшей головой. Но погодите, это только первая версия, которую мы с вами разобрали. Поехали дальше. Еще одна версия, друзья, она принадлежит вот как раз той даме, которая возглавляла эту комиссию, Мария Юрьевна Барановская. Она, возглавлявшая эту комиссию, крупный историк, рассказывала следующую ситуацию. То есть она описывала, как это было, там, я не знаю, друзьям в музее, она рассказала следующее. Она ничего не говорила про склеп, она ничего не говорила про то, что там гроб располагался на глубине больше обычной, там вот то, что Лидин пишет, Барановская говорила так. Когда достали останки и начали их перекладывать, сама Барановская обратила внимание на то, что Гоголя на картинах показывают с неправильным цветом волос. Мы с вами привыкли, что Гоголь шатен, а она говорит, я отчетливо увидела рыжие волосы. То есть волосы хорошо сохранились, он был рыжий, рыжего цвета были волосы. И она взяла, рассказывала Барановская, череп, чтобы переложить его в эти мешки. Значит, если она взяла череп, череп все-таки был. И когда она взяла этот череп, она заплакала. И рядом стоявший милиционер, такой гоголевский держиморда, сказал, ты смотри, как вдова убивается. До конца жизни Барановскую называли вдовой Гоголя. Это было чуть ли ее неофициальное именование, вдова Гоголя. Слушайте, ну согласитесь, тяжело такую историю придумать. Мне кажется, эта история прям в духе Гоголя. Пожалуй, самую экзотическую версию, друзья, предложил инженер, тоже входивший в эту комиссию, его фамилия была Соловьев. Я, к сожалению, не успел с ним поговорить, потому что, когда я начал заниматься этой темой, уже к тому времени Соловьев скончался. Но мой коллега Поломарчук успел с ним поговорить, Соловьев рассказывал следующее. Соловьев рассказал ему про каменный склеп, Соловьев рассказал ему про то, что гроб располагался глубже, чем обычно. Но дальше Соловьев уж совсем в экзотику кинулся и рассказал, что от склепа к земле, цитирую, вели две медные трубки с диаметром внутреннего отверстия 3,5 сантиметра, через которые поступал воздух и через которые можно было подать сигнал. Вы меня простите, а кто там сигнал должен подавать? А кто там сигналить-то должен? И вот здесь еще, понимаете, я когда с Поломарчуком, вот с тем, кто поговорил с Соловьевым, это обсуждал, он говорит, ты пойми, Лидин писатель, он любил придумывать, он вообще такой мифологизатор, а Соловьев был советский инженер абсолютно позитивистского склада, он вообще не мог придумывать. То есть там точно были две эти медные трубки, вот он меня пытался убедить. И, наконец, последняя версия, друзья. И так получилось, что эту версию я сам получил. Я разговаривал с человеком, по-видимому, последним из выживших, кто был на этой эксгумации.
Я имею в виду Наталью Сытину. Я поговорил с ней в 2003 году. Она умерла в 2004 году. У меня пленки остались, записанные ее. Я даже публиковал оттуда фрагмент, потому что она была последней, кто был на эксгумации. Что она там делала? Ее 14-летней девочкой взял на это мероприятие ее отец. Ее отец Сытин был известным москвоведом, его включили в комиссию, и он взял с собой 14-летнюю девочку. И она в деталях мне описала, вот я вам говорю, я прям вот как сейчас с вами разговаривал, так с ней разговаривал, она мне в деталях описала, что там было. Причем, когда я обнародовал это, и мы обсуждали это с коллегами, они как-то подвергли сомнению и говорят, ну, столько лет прошло, ну, она забыла, ну, подумаешь, она перепутала. Послушайте, она мне такие подробности рассказала, она мне рассказала, какого цвета платья на ней было. Она мне рассказала, на каком трамвае они с отцом домой поехали. Ну, согласитесь, событие не рядовое. Ну, то есть событие, которое врежется в память 14-летнему ребенку. Так вот, она мне рассказала следующее. Вот этой версии придерживаюсь я. Она сказала, что могилу Гоголя копали последней. К тому времени уже все были эксгумированы, он оставался последний. Уже стемнело, именно поэтому, сказала она, не сделали фотографию. То есть ничего нет мистического в том, что нет фотографий, просто темно уже было. Снимок бы не получился. Она мне рассказала про каменный склеп, и она мне четко сказала, мы ничего не нашли. Он был пустой. Там ничего не было. Она сказала, мы нашли какую-то одну кость, и это единственное, что смогли перенести на Новодевичье кладбище. Поэтому вот эта могила, друзья, Гоголя, которая сейчас является официально признанной его могилой на Новодевичьем кладбище, она на самом деле пустая. Там ничего нет, они ничего не нашли, и после этого каждый придумал свою историю. Каждый, с них со всех, сказала она мне, взяли подписку о неразглашении. То есть они не могли рассказывать эту историю, и каждый придумал свою историю. И про вдову Гоголя, и про эти медные трубки, и про эту повернутую голову или следы на крышке с внутренней стороны и так далее. Мы просто ничего не нашли. И тут тоже не стоит удивляться, друзья, что они ничего не нашли, здесь нет ничего мистического. Вопрос, который студенты мне задают, а куда все делось-то? Дело в том, что за 100 лет, пока Гоголь лежал на Даниловом, да просто памятник этот пополз, почему она еще в 909-м поползла, и они копали где-нибудь в полутора метрах от того места, где нужно было копать. Ну ты же не будешь перерывать все кладбище в поисках этих останков. То есть ничего тут мистического нет. И любопытно, что сейчас Данилов монастырь возвращен Русской Православной Церкви, это сейчас действующий монастырь, и я разговаривал с настоятелем этого монастыря, я просто живу недалеко, и я спрашивал у него, ну а вы-то что по этому поводу думаете? И он мне абсолютно четко сказал, а мы даже не сомневаемся, что могила Гоголя здесь. Мы даже не сомневаемся, они содержат старую могилу Гоголя в порядке, они за ней ухаживают, за ней монахи теперь ухаживают, и 1 апреля, когда все мои коллеги отправляются сюда, на Новодевичье кладбище, я иду на Данилова, на старую могилу Гоголя, потому что я уверен, что Гоголь на самом деле вот здесь, а не там, где теперь нам показывают официальную могилу. А сейчас, друзья, я вам легко докажу, что Гоголь не мог быть похоронен живым. Что все вот эти бесконечные истории про то, что он похоронен живым, повернутая голова, не повер, все это ерунда. Почему? А потому что у нас осталось вот это. У нас осталась посмертная маска. После смерти Гоголя с него сняли посмертную маску. Вы, наверное, знаете, со всех известных людей снимают посмертные маски, чтобы памятники делать, скульптуры потом делать, увековечивать память и так далее. Так вот, скульптор Рамазанов, который снимал эту посмертную маску, пишет в записках, как делается посмертная маска. Лицо покойного на ночь заливают алебастром. Но даже если и предположить, как мне любят повторять, что он уснул в летаргическом сне, слушайте, да он бы просто задохнулся, если на ночь его лицо залили гипсом. При летаргическом сне вздох происходит 1-2 в минуту, а не 1-2 за ночь.
И недавно, 2 года назад, было обнаружено письмо этого самого скульптора Рамазанова. Он пишет популярному тогда писателю Нестору Кукольнику, а тот учился в одном классе с Гоголем, был неравнодушен к его судьбе там и так далее, и спросил вот о том, как завершил свою земную жизнь Гоголь. Рамазанов сказал в этом письме, оно сейчас опубликовано, что когда снимали маску, она снялась с частью лица. То есть разложение, очевидно, началось. Его точно не похоронили живым. Все это бабкины сказки. Не верьте в них. А почему, друзья, так они активно мусолятся и тогда уже? То есть во времена Гоголя они уже мусолились. А почему так? А причиной этому вообще-то он стал сам. Дело в том, что еще при жизни Гоголь в составе своей последней книги «Выбранные места из переписки с друзьями» опубликовал завещание. И в этом завещании есть такой странный пункт, цитирую Гоголя, «Не хоронить меня, пока не появятся явные следы разложения». Гоголь боялся быть похороненным заживо. Это фобия. Вы знаете, тоже ничего удивительного здесь нет. Я посмотрел, эта фобия входит в пятерку самых популярных фобий. Но у нас у всех есть с вами какие-то фобии. Вот я, например, аэрофоб. Я боюсь летать. Для меня каждый раз сесть в самолет – это большая проблема. А так как мне по работе приходится постоянно летать, это вдвойне проблема, да? А Гоголь боялся быть похороненным заживо. Ну, ничего тут такого нет. Я недавно читал статью «Что делать, если тебя похоронили живым?» И главное, я читаю и сам себе вопрос задаю, зачем ты это читаешь? А потом думаю, не, все-таки дочитаю. Ну, на всякий пожар. Гоголем занимаюсь, на всякий пожарный дочитаю. Обычная фобия. Кстати, раз уж мы об этом заговорили с вами, вообще-то у Гоголя эта фобия имела, ну, такие реальные корни. Что я имею в виду? Я вам сказал, что он 12 лет прожил в Италии, да? Ну, корректнее сказать, 12 лет за границей, преимущественно в Италии. Так вот, когда он жил в Риме, друзья, Рим как раз расширялся, а проблема любого старого города, я не знаю, Рима, Парижа, Москвы, ну, любого старого города, состоит в том, что при расширении огромные пространства занимают кладбища. Ну, вы знаете, даже на карту посмотришь, и просто прям видно такие зеленые куски вот этих кладбищ, что с ними делать. В нашей стране это решается более радикально, просто закатали все в бетон и начали на этом месте там новое что-то строить. У европейцев более гуманный метод. У них останки эксгумируют и складывают в специальных местах. В Париже это даже превратили в музей, так и называется катакомбы. Может быть, кто-нибудь был в парижских катакомбах? Нет, никто? Ну, там всегда очередь стоит, все хотят нервишки пощекотать себе. То есть ты заходишь, там такая табличка. Кладбище Монмартра. Кости, 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 кости. Идешь дальше. Кладбище Пер-Лашес. Кости, 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 кости. И так далее. Да, то есть их свозят в одно место, а на этом месте что-то строят. Так вот, к чему я это рассказываю? Когда Гоголь жил в Риме, город расширялся и уничтожали часть одного из кладбищ итальянских. Оно называется Тестачо. И когда начали эксгумировать эти останки, оказалось, что, внимание, до 25% людей, 25% были похоронены живо. А как это понимали? Скелеты в гробу лежали в неестественном положении. Скрюченные, повернутые, да? Каждый четвертый. Ну, тут и у меня фобия возникнет, честно говоря, после такого. А почему так? Потому что у медицины того времени не было четкого осознания того, умер человек или нет. Что там, дышит? Не, вроде не дышит, закопали. Это сейчас проверят зрачки, проверят пульс, зрачки сокращаются на свет даже в состоянии комы и так далее, да? А тогда, ну, вроде не дышит и закопали. Почему, кстати, тоже вы, наверное, знаете, обязательно гроб должен был 3 ночи отстоять в церкви. Помните, Хама отпевает паночку в гоголевском Вии, и гроб 3 ночи должен отстоять в церкви. Ну, на самом деле, это и есть такая проверка, вдруг там кто-то встанет. И поэтому у Гоголя эта фобия имела вполне, ну, такие законные основания не хоронить меня, пока не появятся явные следы разложения. Но, уже буду завершать я эту историю, а то я смотрю на ваши испуганные под масками глаза, и мне страшно становится. Но разложение началось. Когда снимали эту посмертную маску, разложение началось. Так что здесь воля Гоголя была выполнена, и он точно не похоронен живым. Так что не верьте этим сказкам, не верьте этим байкам. Ну и после того, друзья, как мы с вами так подробно поговорили о биографии Гоголя, мы можем перейти к разбору одного из произведений Гоголя. Мы поговорим с вами о его поэме «Мертвые души». «Мертвые души», друзья. Ну, это центральное произведение Гоголя. Над ним он работал 16 лет.
практически там, 42 отмеренных ему, это очень существенный срок. Начал он свою работу в 1835 году в Петербурге. И вы, наверное, знаете, и учителя в школе говорят, и учебники наши всегда пишут, что «Мертвые души» — это подарок, который Гоголю дал Пушкин. Что вот якобы Пушкин подарил Гоголю этот сюжет, и что Гоголь как-то не умел придумывать сюжеты, что и «Ревизора» тоже ему подарили, что вот он, значит, пользовался такими подарками Пушкина. На самом деле это большое заблуждение. Как обстояло дело на самом деле? Что там было? Однажды Пушкин, когда Гоголь гостил у него, сообщил Гоголю, что он собирается писать новый роман. Пушкин говорит: «К стихам я охладел, буду писать роман». «О чем роман?» – поинтересовался Николай Васильевич. И Пушкин ответил ему: «Роман будет о хитроумном пройдохе, который скупает мертвые души. Но те, которые на бумаге числятся живыми, а в реальности умерли. Вот хочу об этом написать роман». Гоголь тогда не выказал какого-то интереса к этому сюжету. «А, ну хочешь, ну пиши». И ушел. А через 2 недели он принес ему первую главу «Мертвых душ». После этого Пушкин, по легенде, якобы сказал своей жене: «С этим малоросом надо быть осторожнее. Он обирает меня так, что и кричать нельзя». Слушайте, какой подарок? О каком подарке может идти речь, если Гоголь этот сюжет украл? Он его просто украл. Пушкин рассказал ему, что «я хочу писать роман об этом пройдохе, скупающем мертвые души», а Гоголь этот сюжет слямзил. Но что еще, мне кажется, важно? Во-первых, посмотрите, какая у Пушкина ироничная интонация. То есть он как будто не возмущается. Безобразие! Вот дрянной хохол! Спер у меня роман! Нет, он как будто смеется. Он обирает меня так, что и кричать нельзя. И потом, а что значит кричать нельзя? Ну, если ты действительно возмущен, что у тебя украли сюжет, ну так объяви в компании общих друзей, у них же там общие друзья, Жуковский, Вяземский, объяви этой компании, что у тебя украли сюжет. Но Пушкин этого не делает. Почему? Да потому, друзья, как мне кажется, что Пушкин сразу же с первых глав, которые прочитал ему Гоголь, понял, что вот этот сюжет о покупке мертвых душ, вот тот сюжет, который был в голове у Пушкина о том, что пройдоха скупает души, числящиеся по бумажкам, но в реальности умершие, Гоголю нужен только как формальный предлог. На самом деле поэма о другом. На самом деле главным героем поэмы не Чичиков является. И Пушкин это очень точно понял. Главным героем этой поэмы является сама Россия. «Мертвые души» — это поэма о судьбе России. Когда Пушкин дослушал эту первую главу, Пушкин, который всегда смеялся при чтении Гоголя, Пушкин вообще был охотник до смеха. Гоголь говорил: «Пушкин так смеется, что кишки видны». То есть, ну, любил веселье. Так вот, в этот раз он становился все мрачнее и мрачнее, и когда чтение завершилось, Пушкин с горечью произнес: «Боже, как грустна наша Россия! Как грустна наша Россия!» Пушкин понял, что поэма-то не о Чичикове, даже не о крестьянах, что это поэма о самой России. Гоголь успел написать только 2 главы в Петербурге. В 1936 году в апреле он уезжает в Италию. Мы уже это с вами разобрали сегодня. И дальше работа над мертвыми душами идет издалека. Она идет из того прекрасного далека, из той Италии, где в Риме на Виа Систина, тогда не Виа Систина, а сейчас она называется Виа Систина, тогда называлась Виа Репета, остановился Гоголь. И он, знаете... Ну вот тоже часто упрекают Гоголя, говорят: ну как это, что ж ты о России-то пишешь за рубежом? Но это ведь не только Гоголь. Напомню вам, друзья, что лучшие романы Достоевского были написаны в Европе. Напомню вам, что Иван Сергеевич Тургенев призывал любить правдивый, могучий, свободный русский язык. Сам в это время говорил на другом языке с Полиной Виардо, проживая в Бужевале, недалеко от Парижа. Ну то есть это вообще характерно для них, это не лицемерие, а это вот история о том, что лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Вот чтобы увидеть эту Россию на расстоянии, чтобы обозреть ее всю, нужно посмотреть на нее издалека.
из Рима, Василию Андреевичу Жуковскому в 1937 году Гоголь пишет по поводу своего произведения, какой огромный, какой оригинальный сюжет, какая разнообразная куча, вся Русь явится в моем произведении. Вся Русь. Посмотрите, вот она, установка Гоголя на то, чтобы как бы поднять ставки, на то, чтобы расширить масштаб произведения, показать всю Русь. И вот эта идея о том, вы ее постоянно в голове держите, идея о том, что это произведение не о крестьянах, дворянах, помещиках, царе, да о ком угодно, а вообще обо всем. И что это произведение мыслится Гоголем не просто как проект творческий, а как проект жизни творческий. То есть Гоголь верит, что он этим произведением жизнь в России изменит. Что это произведение произведет какое-то очистительное влияние на читателей. Она просто захватывает его. Она захватывает, и уже с первых страниц произведения видно, что это произведение о самой России. С чего начинается, друзья, поэма Гоголя «Мертвые души»? В губернский город НН въезжает бричка Чичикова, и там стоят два, очень странно уточняет Гоголь, русских мужика, и ведут разговор. Посмотрите, о чем разговор? Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума. И не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, же доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Слушайте, ну какое-то неказистое начало, правда? Ну вроде поэма о Руси, о каких-то грандиозных событиях, да, о чем-то большом и масштабном, начинается разговором ничего не значащим, они потом не станут главными героями, они потом вообще больше не встречаются. Ничего не значащим разговором двух мужиков, да еще с этим странным уточнением, двух русских мужиков. А какие еще мужики могли быть в губернском городе НН? Ну не два негра же. Зачем это странное уточнение? Кстати, Анна Андреевна Ахматова очень интересно всегда говорила, что вот такое мог написать только малорос, только украинец. То есть Гоголь сам украинец, и поэтому он пишет двух русских мужиков, как бы отделяя себя, показывая таким образом, что он не русский. То есть она говорит, только не русский автор мог так написать. Два русских мужика. Но мне кажется, здесь другое. При всем моем уважении к Ахматовой, мне кажется, что здесь имеется в виду другое. Почему так важно это уточнение «два русских мужика»? Да потому что уже буквально первыми строчками поэмы Гоголь дает вот эту установку на универсальность. Гоголь дает установку на расширение масштаба. Это два любых. И поэтому так важно «русских мужика». Кстати, а посмотрим, о чем говорят эти мужики. Ну, вроде как сказано, что они говорят о чичиковском экипаже. Они смотрят на его колеса, и знающие толк в езде русские мужики сразу соображают, что колесо Чичикова колесит, что оно едет не прямо, что до Москвы оно доедет, а до Казани-то уже не доедет. Если посмотреть, друзья, на этот разговор метафорически, вдруг окажется, что вообще-то уже на первых страницах поэмы Гоголь покажет нам, что станет с аферой Чичикова. Она развалится. Афера Чичикова не пройдет. Насколько она была тонка, насколько он был изобретателен, насколько она была гениальна, все развалится. До Москвы доедет, до Казани не доедет. И вот этот образ колеса, это важный образ гоголевского произведения. Сейчас позволю себе небольшое отступление, друзья. В 1979 году великий русский режиссер Анатолий Эфрос поставил в Москве в театре на Малой Бронной «Мертвые души». Это была очень громкая постановка, потому что Эфрос крупнейший режиссер, не русский, мировой крупнейший режиссер 20 века. И он поставил «Мертвые души» и назвал эту постановку «Колесо».
То есть это была инсценировка, им самим написанная, называлась она «Колесо». И он пригласил консультантом нашего выдающегося гоголеведа Юрия Владимировича Мана. И Ман рассказывал мне эту историю, вот как он их консультировал, объясняя, как я вам сейчас, как важно колесо для Гоголя и так далее. И Эфрос придумал следующее сценографическое решение. То есть как у него декорации были оформлены в спектакле. Когда открывался генеральный занавес, на заднике было огромное-огромное колесо. То ли это колесо брички Чичикова, то ли это орудие пыток какое-то. Ну, в общем, какое-то огромное было колесо. И представьте, советская цензура запретила этот спектакль. А как вы думаете, почему? Ну, подумаешь, колесо и колесо. И Эфросу пришлось переименовать его в «Дорогу». Спектакль вышел под названием «Дорога». То есть убрали этот образ колеса, убрали это колесо с задника и так далее. А потому что если колесо, значит, все повторяется. А потому что если колесо, значит, мы ходим по кругу. И это значит то, что описано у Гоголя, в нашей действительности все прежнее. И ничего не поменялось, что в гоголевской России, что в России советской, что в России демократической. Советская цензура бдила. И она точно почувствовала этот оппозиционный пафос Анатолия Эфроса. И поэтому... название запрещается. Но, повторяю, колесо для Гоголя — это образ важный, то есть здесь это совершенно справедливо. Теперь два слова о том, что должны были представлять собой мертвые души, друзья. План огромный, да, вот этот замысел колоссальный — показать всю Русь, и поэтому Гоголь задумал трилогию. То есть книга должна была состоять из трех частей, и композиционный замысел поэмы Гоголя отчетливо вертикальный. Что значит вертикальный? Это значит, что Гоголь задумал в первом томе показать все ужасы России, то есть все страшное, все неприятное и отталкивающее, что есть в русской жизни, и дальше через второй том к третьему подняться к вот этим утверждающим жизнеосновам рая русской жизни. Отчетливо вертикальное движение. Поэтому иногда, и опять тоже, может быть, вы слышали, поэму Гоголя сравнивают с поэмой итальянского поэта Данте Алигьери, великого итальянского поэта эпохи Ренессанса, с его «Божественной комедией». «Божественная комедия» состоит из трех частей: ад, чистилище, рай. И вот якобы Гоголь тоже задумал первым томом ад России, вторым томом чистилище и третьим томом рай России. И это тоже до сих пор повторяют, мне даже в университете об этом рассказывали. На самом деле это, конечно, совершенно не так, друзья, никакого Данте здесь нет. Ну, во-первых, сам Гоголь этого нигде не артикулировал. То есть у Гоголя вы нигде не прочитаете, что я хотел как Данте. Во-вторых, не очень понимаю, какое чистилище у православного Гоголя. Ну, то есть у католика Данте понятно. У католиков мир тройствен, да, от чистилища рай. Православные более резкие, тут либо в одну сторону, либо в другую сторону. Вариант промежуточный не предполагается. И поэтому у Гоголя, конечно, никакого чистилища быть не должно. Но и главное, те из вас, кто внимательно слушал первую часть моей лекции, сразу скажут, откуда это вертикальное движение. Конечно, это и есть та самая лестница, про которую мама в детстве рассказывала. Лестницу, поскорее давайте лестницу. Это и есть вот эта идея Иоанна Лествичника о том, что мы поднимаемся по незримым ступеням к Господу. И вот это вертикальное движение никак, повторяю, не связано с Данте, что бы нам ни говорили до сих пор исследователи. Оно прежде всего связано с лестницей Иоанна Лествичника, но действительно вертикальное движение ощущается. Увы, друзья, что осталось нам после сожжения из трех томов? Нам остался только первый том полностью. И нам остался фрагмент второго тома. От второго тома осталось четыре первые главы и фрагмент последний. Он никак не связан с первыми четырьмя, там в последней Чичиков в тюрьме сидит. То есть как он попал в тюрьму, ничего не понятно, просто четыре и фрагмент последний. Все. К третьему тому Гоголь так и не приступил. То есть до третьего тома он так и не дошел, он остановился на втором томе. Ну и, конечно, всем интересно, и вам интересно, и мне интересно, в общем, всем интересно, а что же там было во втором томе, а что же он там все-таки сжег, друзья. И на нашу с вами радость, вот я специально вам сегодня привез показать, современный экстрасенс Юрий Арамович Авакян вступил в астральную связь с Гоголем, или как у них там это называется, и тот надиктовал ему второй том «Мертвых душ».
Вот здесь, друзья, я держу уникальное издание. Это издание полного второго тома «Мертвых душ» авторства Гоголя, Дефиса, Вахяна, потому что, ну, не знаю, как у них там эта связь устанавливается. Ну, короче, вот он ему диктовал, а этот записывал. Мне сам Вахян эту историю рассказал, как он, значит, там химистические практики он проводил, так что второй том у нас есть. Сейчас он работает над третьим томом, так что мы ждем. Можем и в третий, да, давайте поаплодируем Авакяну. Можем и в третий том чуть позже заглянуть. Посмотрим, чем же там все-таки эта история закончилась. Ну, это шутка, конечно. Если уже говорить серьезно, то название появилось сразу. То есть Гоголь над названием не размышлял. Вот это название «Мертвые души» появилось сразу. И это название практически сразу же могло поставить крест на публикации этой поэмы. Почему? Да потому что как только цензор, а Гоголь несет эту книгу в Московский цензурный комитет, цензор по фамилии Голохвастов увидел название «Мертвые души», он сказал: «Запрещаю». Ему говорят: «Как, вы же еще не читали?» Он говорит: «Здесь автор покусился на Бога. В христианстве душа всегда живая. Христианство предполагает догмат о бессмертии души. Что еще за мертвые души?» Ему начали объяснять, что это вообще-то не в христианском смысле, что это те души, которые на бумаге числятся живыми, а в реальности умерли. Ну вот, короче, вся эта история. И он говорит: «Ах, еще и про крепостное право? Тогда точно запрещаю. Потому что здесь покусились на основы веры и крепостного права». И вообще вся вот эта вот группа цензоров, которая тогда собралась в цензурном комитете, слушайте, ну они не сильно отличались от гоголевского Ноздрева или гоголевского Собакевича. Ну, например, одного из цензоров по фамилии Крылов, ну это не Иван Андреевич, разумеется, возмутило, что Чичиков покупает души за какие-то маленькие деньги. А что деньги-то такие маленькие? Чичиков покупает крестьян за такую мизерную сумму, 2 рубля с полтиною. Это же душа человеческая, а не пареная репа. Ну ты типа автор, подбавь там еще полтину там. Или еще рублик накинь. Ну чем это от Собакевича отличается? Да ничем. И в общем, на самом деле, на публикации поэмы это все могло поставить крест. Кто спас, друзья, Гоголя? Гоголя спас Белинский. Белинский, они в этот период еще близко общались и дружили, берет рукопись Гоголя и перевозит ее в Петербург, в петербургский цензурный комитет, и там специально выбирает цензора, кому дать на прочтение. Не просто какому-то, а самому либеральному русскому цензору, профессору Петербургского университета Никитенко. И Никитенко, прочитав поэму, признает сомнительными 27 мест, то есть в 27 местах требует переписать, в том числе решительно вычеркивает из поэмы «Повесть о капитане Копейкине», это такая вставная новелла внутри гоголевской поэмы, ее вообще вычеркивает, но все-таки допускает поэму к публикации с измененным названием. До революции, друзья, поэма не называлась «Мертвые души». Это мы с вами называем ее «Мертвые души». До революции она выходила под названием «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». И вот здесь Гоголь схитрил. А как схитрил? А он сам нарисовал обложку к первому изданию. Посмотрите. Он малюсенькими буквами написал «Похождение Чичикова». Еще меньше написал «или». И потом огроменными буквами написал «Мертвые души». То есть вот здесь сам автор, который нарисовал обложку, сделал так, что в глаза бросились не «Похождения Чичикова», а «Мертвые души». Ну и потом еще, вон, видите, огромными буквами написано «Поэма», что тоже очень странно, потому что, ну, вообще-то на поэму не похоже. Поэма у нас в стихах, это больше на роман похоже. Но это такой разговор, мне кажется, с Пушкиным. Пушкин написал роман в стихах, Евгений Онегин. Я напишу поэму в прозе. «Мертвые души». Да? Это такой привет человеку, от которого инициатива исходила о написании этого произведения. Кстати, раз уж мы открыли эту обложку, давайте присмотримся к этой обложке. Мне кажется, она очень любопытная. И главное, конечно, как все у Гоголя, не случайное. Кроме названия, то тут что он нам нарисовал? Какие-то вон завитушки. Чего мы еще видим здесь? Бутылки, да, правильно кто-то сказал. Вот мы видим бутылки, рюмки, вон рыбка справа какая-то на сковородке, слева колодец с журавлем, домик. Вон там бричка едет, ну это, по-видимому, чичиковская бричка, да? То есть какие-то отдельные детали из поэмы, но больше-то всего чего? Маски есть. А вот эти вот завитушки-то, присмотритесь, что это? Это черепа. Присмотритесь внимательнее. Это много, бесконечное количество страшных черепов, которые сплетаются в этот узор.
Страшно? Конечно, страшно. Ты вроде смотришь такую витиеватую обложку, виньетки, украшения какие-то, да, а потом присматриваешься, все эти украшения из черепов. Откуда это, друзья? Как эта идея, ну, понятно, здесь обыгрывается название, мертвые души, черепа, как эта идея пришла Гоголю? Это предположила моя итальянская коллега Рита Джулиани. Лет 5 назад она высказала эту гипотезу, я ее горячо поддержал. Мне показалось, что это ее отличная находка, хотя до сих пор ее мнение не все разделяют. Что это такое, друзья? А это место в Риме, где Гоголь жил прямо рядом, на Виа Систина, и когда к нему гости приезжали, он их всегда туда водил. Что это такое в Риме? А это, друзья, в Риме известная крипта капуцинов в церкви непорочного зачатия на Виа Виторио Венетто. Там монастырь капуцинов, ордена капуцинов католического, там церковь, и там монахов хоронят не в землю, а их черепа высушиваются, и в подвалах церкви устроены огромные-огромные костницы, где кости сплетаются в украшения. Там все из костей и черепов. Стены, потолок, пол, люстры, украшения, подсвечники, куда свечи вставляются, все из человеческих костей. Это вот эта идея, очень важная для христианства, о том, что наше тело тленно, что не нужно бояться смерти, что тело пройдет, а дух бессмертен. И поэтому вот если из вас сделают, там, я не знаю, какую-нибудь чашку, или из вас сделают подсвечник, ничего страшного, это из костей сделали. Посмотрите, как похоже на обложку гоголевскую. Сейчас я еще раз вернусь на обложку, вот сравните с этой криптой. В 19 веке туда не пускали, но известных путешественников запускали, и Рита проверила по книгам, Гоголь там был. То есть там записано, что русский писатель Николай Гоголь посещал крипту, там 38-й год, он несколько раз посещал 38-й, 41-й год и потом еще 43-й, кажется, год. Так что мне кажется, это очень убедительная гипотеза. Еще раз вернусь на обложку, посмотрите. Обложка. Крипта. Ну, похоже. Мертвые души. Кто имеются в виду? Ну, конечно, друзья, очевидно, прежде всего имеются в виду крестьяне. Те крестьяне, которых скупает Чичиков. И здесь традиционный вопрос, который мне задают, и это справедливый вопрос, в чем суть чичиковской аферы? То есть как вообще понять, что делает Чичиков? Чичиков, друзья, это классический Мавроди 19 века. Он делает деньги из воздуха. МММ, помните? Вот это вот оно. Да, грустно сказали они, да? Вот это такое же, только в 19 веке. Значит, что придумал Чичиков? В 19 веке крестьяне считались собственностью помещика. То есть, если ты крепостной, ты являешься собственностью помещика, и как на любую собственность, помещик обязан платить за тебя налог. Ну, мы платим с вами налог на квартиру, на машину. Вот если у меня в собственности крестьяне, я за них государству должен платить налог. А как государство проверит, сколько денег с меня брать, сколько крестьян с меня брать? А для этого нужно провести перепись населения. Перепись этого крестьянского населения называлась ревизия. Проходила она официально раз в 6 лет. И составлялся специальный документ, который получил название «Ревизская сказка». Сказка не в смысле вранье, а сказка от слова «сказать». То есть записывали, переписывали по ревизской сказке всех крестьян, и до следующей ревизии я платил по этой ревизии. Если по закону они проходили раз в 6 лет, то все тот же профессор университета Погодин, а мы можем ему верить, он сам бывший крепостной, говорил, что в реальности эти переписи в России проходили раз в 8-10 лет. То есть получается, что помещики годами вносили деньги за давно умерших крестьян. Они уже умерли, но пока следующая перепись не пройдет, ты продолжаешь вносить деньги по этой переписи. И вот в этих условиях хитроумный аферист Чичиков придумал гениальную аферу. Он за копейки скупает у помещиков мертвые души. Души, которые по переписи числятся живыми, а в реальности умерли. Почему за копейки? Ну, потому что помещики заинтересованы в том, чтобы продавать эти души. Почему? Потому что он их от налогов избавляет. Что так Плюшкин-то обрадовался? Чичиков от налогов его избавил, этот сухарь его страшный съесть отказался, выпить отказался. Плюшкин во всех видит расхитителей своих богатств, и тут вот этот святой человек, который избавил меня от налогов, да еще и этот сухарь, который там у него куличик, кулич-то чай как там поистрепался, но вы соскоблите и подайте к столу, говорит Плюшкин своей этой служанке. А представьте действие, куличик, действие происходит осенью.
Ну, то есть как минимум полгода, если это вообще куличик с этой Пасхи. Этот куличик отстоял, и Чичиков от всего от этого отказывается, и Плюшкин понимает, что Чичиков самый лучший человек на свете. Он избавляет их от налогов. Что значит за копейки? За какую сумму, друзья, там Чичиков покупает крестьян? Он покупает их за 2 рубля, за 2,50, за 3 рубля. Чтобы вы понимали, нормальная живая крестьянская душа, ну, это очень сильно от умения зависело, но если молодая, то есть работящая, ничего не умеющая, без особых навыков, но работящая крестьянская душа будет стоить рублей 100. Он их покупает за 2. Ну, то есть выгода очевидна. Он скупает все эти души. Разумеется, он скупает только мужские души, потому что по ревизии числятся только мужские души, то есть налоги только за мужчин платят, за женщин не платят. И дальше, а вот дальше-то самое интересное, потому что ну и что, ну скупил он эти души, что с ними дальше-то делать, кому они нужны? А дальше вступает в игру организация, которая называлась Опекунский совет. Опекунский совет – это была созданная императором Александром I организация, куда помещики, как в ломбард, могли заложить имеющиеся у них крестьянские души и получить от государства деньги. Для чего это было сделано? Дело в том, что к началу 19 века, друзья, русское помещичество окончательно износилось. Они же хозяйство все вели безобразно. Они вообще не умели вести хозяйство. Типичный пример – отец Евгения Онегина. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Типичный пример – Илья Андреевич Ростов, отец Николая и Наташи. У Ростовых нет денег, есть нечего, но он зимой бегает по Москве в поисках клубники, потому что государь приезжает. То есть они ужасно вели хозяйство экономически, они были абсолютно растрепаны, и к 19 веку денег у них не осталось совсем. И наоборот, в империи возникло другое сословие, которое начало активно богатеть. Оно начало богатеть, 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 я имею в виду купечество. А купечество стало богатым. И в результате сложилась опасная ситуация, когда вся власть сосредоточена в руках одного сословия. Любым чиновником, друзья, должен быть дворянин. Даже такой мелкий, как Башмачкин в шинели, переписчик, это тоже дворянин. А все деньги в руках другого сословия. Это опасная ситуация. Обычно у кого власть, у того и деньги. И правительство в лице императора Александра I просто поняло, что если мы сейчас финансово не поддержим помещиков, ну, вся структура рухнет. И был создан этот опекунский совет. Убыточный для государства, но прибыльный для помещиков. Ты берешь крестьянские души, закладываешь их в этот совет, они, разумеется, у тебя остаются, ты получаешь деньги, дальше ты выплачиваешь мизерные проценты. А почему называется опекунский, друзья, это наше традиционное лицемерие, потому что вот эти проценты шли на содержание сироток, этих детских домов, богоугодных заведений, богоделен и так далее, да? Но на самом деле, повторяю, это было сделано не для того, чтобы сироток поддержать, а для того, чтобы поддержать помещиков. У 99% русских помещиков души были заложены. Они их закладывали все. Семейство Гоголей заложило их души еще при отце Николая Васильевича, при Василии Афанасьевиче. Очень нужны были деньги. Денег сильно не хватало. Так вот, Чичиков закладывает эти души, скупленные за копейки, в опекунский совет. А в опекунском совете, друзья, давали 200 рублей за одну душу. 200 рублей за одну душу. И после этого Чичиков объявляет всех крестьян переселенными в Херсонскую губернию. Херсонская губерния, территория современной Украины, переселяет их не потому, как мне студенты говорят на экзамене, потому что там тепло было, а потому что эта губерния считалась неосвоенной, там давали землю. То есть если туда помещик переводил крестьян, ему давали землю. Чичиков, кроме 200 рублей с носа, получает еще и кусок земли, огромный, потому что землю давали от количества крестьян, которые ты туда переведешь. Ну а дальше губерния считается неосвоенной, крестьяне там мрут как мухи, и дальше он их всех объявит скопом умершими от, прости господи, коронавируса там или от свиного гриппа какого-нибудь и прикарманит себе эти деньги. Все. Афера гениальная. Просто по своей прозрачности это идеальный способ обмануть государство. Да. И не случайно после выхода поэмы «Мертвые души» несколько человек попытались провернуть такую же аферу. То есть тут Гоголь просто стал такой инструкцией, руководством к действию. Они попытались провернуть эту аферу, и правительству Николая I даже пришлось вмешаться. Был выпущен закон, по которому в Российской империи запрещено было продавать крестьян без земли. То есть если ты покупаешь крестьянина, ты обязан купить у помещика и кусок земли. А никакой помещик, друзья, вам землю за даром не отдаст.
Земля – это их основной источник дохода. Они феодалы, они живут за счет земли. И это поставило крест на этой афере. Но, конечно, друзья, сама афера, мне кажется, ну такая прям действительно гениальная и правда придумана Гоголем. То есть не Пушкин, не верьте вот в эти истории, то, что Пушкин как бы якобы рассказал, это все придумал Гоголь. Итак, «Мертвые души». Но почему так возбудился тогда цензор этот Голохвастов? А дело в том, что вот этих крестьян мертвыми душами никогда не называли. Души, пишет профессор университета Погодин, в языке были разные. Есть души приписные, приписанные к помещику, есть души убылые, умершие, есть души прибылые, купленные, но никогда не мертвые. И, конечно, когда Гоголь называет поэму «Мертвые души», мы прекрасно с вами понимаем, что он имеет в виду не крестьян. Он имеет в виду тех людей, которые продают эти самые души. Он имеет в виду то общество, в котором одни люди почему-то сидят в гостиной, а другие должны толкаться в передней. Он показывает нам яркую сатиру на то общество, где одни люди продают других людей. Может быть, самый яркий эпизод в поэме в этом смысле – это пятая глава, когда Чичиков начинает торговаться с помещиком Собакевичем. Собакевич единственный из первого тома, кто сразу понял, в чем выгода Чичикова. Сразу. И поэтому, если другие помещики продают Чичикову души по 2 рубля, по 2,5 рубля, то Собакевич даже бровью не повел, когда Чичиков сказал: «Я хочу купить у вас мертвые души». И Собакевич сказал: «Мертвые души, пожалуйста. 200 рублей за душу». 200 рублей он их будет сдавать в этот совет за 200 рублей. Вот тут смысл-то в этих 200 рублях. И дальше они начинают торговаться. Слушайте, ну такое ощущение, что они продают бревна. Или они продают, я не знаю, там сало какое-нибудь, но точно не людей. Ведь покупка мертвых душ – это дело дьявольское. Мы с вами знаем, кто скупает души. Почему русский писатель 20 века Набоков говорил, что Чичиков – мелкооплачиваемый агент сатаны? Почему мелкооплачиваемый агент сатаны? Ну, потому что понятно, кто души скупает. А вот они торгуются так, как будто это не живые люди. Я позволю себе, друзья, привести этот эпизод, потому что, мне кажется, он очень-очень яркий. Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю, со своей стороны, положа руку на сердце, по 8 гривен за душу. Это самая красная цена. Эк, куда хватили? По 8 гривенок. Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя. Ведь я продаю не лапти. Однако согласитесь сами, ведь это тоже не люди. Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по 2-гривенному ревизскую душу? Но позвольте, зачем вы их называете ревизскими? Ведь души-то самые давно уже умерли. Остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не вводить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубля. Извольте, дама, больше не могу. Стыдно вам и говорить такую сумму, вы торгуетесь. Говорите настоящую цену, да чего вы скупитесь? Право, недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня все ядреный орех, все на отбор. И дальше там уже этого Собакевича не остановить, он же начинает их расхваливать. Он говорит: вот Степан Пробка, да он такие кареты делал, его кареты прямо до Москвы доезжают. А вот Милушкин Евдоким. И Чичиков даже вставиться тут никак не может, как бы, ну они же умерли. И в результате они расстаются абсолютно недовольные друг другом. Потому что Чичиков считает, что он переплатил, а Собакевич считает, что он продешевил. Но Собакевич его все-таки обманул. На мошенника, показывает Гоголь, всегда найдется другой мошенник. Он подсунул ему женскую душу. Чичиков же скупает только мужские души, они же по ревизии числятся. А он подсунул ему женскую душу, Елизавету Воробей. И чтобы Чичиков не увидел в документе, когда перечислены все души, он в конце фамилии Воробей приписал большой твердый знак. Мужские фамилии заканчивались на твердый знак до революции, да, с ером. В конце я бы был Сартаков, твердый знак. И он Воробей. И такой твердый знак пририсовал, и Чичиков только потом увидел, что все-таки обманщик этот сделал. То есть, конечно, это яркая сатира на то общество, где люди торгуют людьми. Итак, мертвые души – крестьяне, мертвые души – помещики. Но вы же помните, мы с этого с вами начали, что это поэма о ком? О самой России. Это поэма обо всей России, вся Русь явится в нем. И, конечно, друзья, символически название поэмы «Мертвые души» сводится к объявлению мертвой самой России.
Гоголь показывает, что эта Русь его времени умерла. А почему она умерла? А для Гоголя ответ совершенно очевиден. Потому что она устремилась по ложному пути корысти и торгашества. Погоня за благами земными, любил повторять Гоголь, сожрет главное качество русского человека – его душу. Вот этот ложный путь корысти, который выбирает Чичиков и такие, как Чичиков, он заведет эту Русь-тройку совсем не туда. Сороковые годы, когда Гоголь работает над этой поэмой, зарождается в России капитализм. Вот эти вот только первые ростки капитализма возникают. Ну, конечно, Гоголь это видит. Конечно, он это фиксирует. Конечно, он это чувствует. Более того, сам живет в Европе. Видит там уже развитой капитализм. И он ему не нравится. И он понимает, что и там ужасно. Что это не та модель, которая подойдет вообще человечеству. Потому что эта модель, построенная на постоянном обогащении, на постоянном вот этой все возрастающей покупательской способности. Купить все больше, больше и больше. Следующий iPhone обязательно лучше, чем предыдущий iPhone. И Гоголь видит, как это опасно. И тем любопытнее, друзья, что всем содержанием поэмы Гоголь показывает, что слепцы еще не ослепли окончательно. Он показывает, что в расхристанных душах Маниловых, Чичиковых, Коробочек, Собакевичей эта подлинная жизнь теплится. И Русь-тройка, она обязательно вернется на праведные прямые пути. А что это за правильный путь с точки зрения Гоголя, которым должна пойти Русь-тройка? А для Гоголя опять ответ очевиден. 19 столетий тому назад этот путь был дан человечеству устами его спасителя. «Я есть истина, путь и жизнь», сказано в Евангелии от Иоанна. «Я есть путь», говорит Иисус Христос. «Вот та дорога, который прямым путем должна пойти Русь-тройка и обогнать другие народы и государства. Русь, вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу. Бедно, разбросанно и неприютно в тебе. Не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства. Природа с многогранными высокими дворцами, вросшими в утесы. Не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы. Не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, окутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз. Не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто, пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки непременно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе. Мчится эта тройка мечта, обновленная и возрожденная Россия, вышедшая на праведные, вышедшая на прямые пути. Гоголь верит, что когда-нибудь это произойдет обязательно, что когда-нибудь это точно настанет. По сути говоря, друзья, Русь-тройка – это такой поэтически воплощенный образ Гоголя и его вера в высокое, всемирно-историческое значение России. Русь, безусловно, скажет свое слово в мировой истории, Гоголь в этом уверен. Русь – цивилизация молодая, в Европе все уже старики. В Европе цивилизации старые, они уже отживают, и им на смену и придет эта Русь. В какой области она скажет свое слово? В области цивилизации или в области нравственности? Конечно, нравственности. Конечно, она скажет свое слово в области нравственности. «Гордитесь», — пишет Гоголь в письме графу Толстому, — «что вы русский. Нас теперь ведет сам Бог. Гордитесь, что вы русский». Россия, уже в 20 веке скажет русский философ Иван Ильин, — «это культура сердца. Гордитесь, что вы русский». Увы, друзья, Россия гоголевского времени, да что там уж скрывать, и Россия нашего с вами времени,
не дает больших оснований для таких националистических мечтаний автора. Увы, не видел он в своей жизни материалом, который и должна стать поэма, примеров того, как Россия это слово говорит. Примеров того, как Русь-тройка обгоняет другие народы и государства. Ну, единственное, что мог видеть, что другие народы и государства шарахаются от этой Руси-тройки. Ну, в принципе, тоже обгоняет. Ну, обгоняет же, если шарахаются все. Понимаете? И, может быть, в этом как раз и содержится трагедия второго тома. Ведь движение это вертикальное. Движение это было снизу вверх. А как тут двигаться вверх, если сама действительность не дает образцов этой идеальной Руси? Если это все остается в мечтах автора и не попадает в жизнь. Именно это, как мне кажется, и становится причиной духовной трагедии Гоголя и в целом духовной трагедии Руси, которая и привела к той злополучной ночи с 23 на 24 февраля. И вы знаете, закончить нашу с вами сегодняшнюю встречу я хочу стихотворением. Это будет стихотворение не Гоголя, хотя, не удивляйтесь, Гоголь писал стихи, молодой Гоголь, да, ранний. Это будет стихотворение поэта 20 века, замечательного русского поэта Николая Рубцова. Оно было обнаружено сравнительно недавно, всего год назад, оно еще не вошло в собрание сочинений Рубцова. Со мной коллеги поделились исследующие творчество Рубцова, но они его уже атрибутировали. То есть это точно стихотворение Рубцова, они будут включать его в собрание сочинений. Стихотворение так и называется «Гоголь». Горит вся жизнь, горит весь труд, не шутка. В минуту Гоголь обо всем забыл. России стало холодно и жутко, когда он печь однажды затопил. Горят, горят слова, прощаясь с ним. Они кричат немыми голосами. Он, озаренный пламенем своим, глядит в огонь безумными глазами. Никто же не проснулся, как нарочно. Чужие люди, так тому и быть. Ах, если б мама, мама среди ночи камин бы не позволила топить. Ах, если б мама или Пушкин близко. Но никого, один лишь в небе Бог. А на лице живые пляшут блики, а Гоголь слаб, а Гоголь очень плох. Ему осталось уповать на Бога. Зачем слуга? Вот разве труп стеречь? Он знает, жить ему совсем немного, и он спешит скорее душу сжечь. В ночь с 23 на 24 февраля 1852 года он сжигает не мертвые души. Он сжигает себя. Надобно уж умирать, а я готов и умру. Спасибо большое, дорогие друзья. Я благодарю вас всех за внимание.